Между тем, 45 противоразмывных поездов подготовили к сезону паводков в Казахстане. Об этом сообщили в пресс-службе главного национального перевозчика. Вагоны укомплектованы всем необходимым инвентарем и материалами. Заготовлено больше 2 кубометров бутового камня. Кроме того, проведены работы по дроблению льда на реках Уба, Тентек и Селете. Также специалисты проверили 83 плотины и водохранилищ.